Театр «Волкова» на святой земле. Большой гастрольный тур заканчивается завтра постановкой спектакля «Без названия» на сцене театра «Гешер» в Тель-Авиве. Свободные от репетиции ярославцы посетили святые места Иерусалима. Ольга Никифорова, заместитель директора театра и художник Илья Кутянский, вырвались буквально на несколько часов в Иерусалим. Для меня это на самом деле кладезь культур, скорее всего, чем, например, религиозная история. Поскольку человек светского порядка, то мне интересно, конечно, где что начиналось, и посмотреть Иерусалим, и побывать здесь, и прикоснуться к чему-то, это, конечно, наверное, мечтает об этом каждый культурный человек. В Тель-Авив ярославцев привела «Золотая маска». Министерство культуры вывозит лауреатов премии за рубеж. В прошлом году волковцам рукоплескала Прибалтика. Чувственное прочтение Чехова принесло престижную премию режиссеру Евгению Марчелли и исполнителю главной роли Виталию Тищенко. За большие гастрольные каникулы волковцы осчастливили Новосибирск, Казань, Кассель, Крым и вот последняя точка – Тель-Авив. Я ожидаю некие откровения. Для себя тоже. Вполне возможно, что мои эстетические представления будут разрушены. Вполне возможно. Вот. Поэтому, конечно, это все очень безумно волнительно. Но это для нас очень важная вещь. Ну, опять же, в рамках цивилизационного аспекта. Храм Гроба Господня – особое святое место для всех верующих. С разных концов земного шара сюда приезжают множество паломников. Над святым гробом Господним горят лампады разных христианских церквей. Многие ярославцы приезжают сюда преклонить колени. Один из последних приветов с берегов Волги привезли ярославские театралы.